Вячеслав, Вячеслав, дата, есть, когда есть встреча? Процедура. Ну, я... Тихо, сейчас, тихо, ну, секунду, ну. Я не, не шерп президента Трампа или Порошенко. Ну, вангуйте, давайте. Я думаю, что это произойдет в течение 2 недель. Видите, на порог не пустят. По-моему, мы не немного... Сергей Сергеевич. Потому что вы банкроты. Да. Банкроты. Для американской администрации вы убийцы. Вячеслав, мы вас услышали. Путин убийца. Убери микрофон, пожалуйста. Вячеслав, вы сегодня не даете никому говорить, пожалуйста. Сейчас. Мы спокойно к этому относимся, Вячеслав спокойно, Николаевич. Никто нам... не кричит, никто там в замочную волосы скважину. Волосы на себе тоже никто не рвет. Но он не может рвать на себе волосы. Нельзя быть такой злой.